На этих координатах я еще не был. Одна маленькая цель еще достигнута. Ребята, всем ку. Как видон, как шапочка вам моя. Давно-давно она у меня лежала. Короче, у нас сегодня экскурсия будет по Мурманску. Мы сейчас с Костяном взяли машину на прокат. Погодка, конечно, утручающая. Целый день дождь льет. Сдаем ключик. Взяли, в общем, машину на прокат. Едем. Вот сколько байкеров-то, бабайкеров. Одни байкеры. Ю-ху! Костян! Парни, смотрите, мы какую тачку взяли нам. Renault Logan. Да? И даже не в лизинг. Короче, посмотрели мы, погода, ребята, жопа, блядь. Зачем мы будем свои тощие тела морозить? Мы решили поехать на Териберку на машине, но и не только на Териберку. Вообще, короче, решили посвятить плотно 3 дня изучению Мурманска. Поэтому взяли машину и будем ездить везде, по всем местам, и все смотреть. Сейчас мы, короче, куда поедем? Сейчас съездим на Абрамыс, нет? На Абрамыс сейчас мы с вами съездим, посмотрим, что там за смотровая площадка. Нет дождя, тем более полярные ночи идут белые, поэтому можно всю ночь кататься, всю ночь отдыхать, развлекаться, да, Костян? Ну все, погнали. Костян, ну давай рассказывай подписчикам, где мы. Мы приехали. Абрамыс называется. Это через залив, через мост на другую сторону Мурманска. Короче, мы сейчас на Мурманск будем вот так, как в телевизоре смотреть. Здесь, короче, у них ракетные всякие установки. Я так понял, это истребитель какой-то, да? Здоровенный такой. Естественно, много всяких мемориалов, посвященных нашей войне. 41-45. Пушка, я так понял, какая-то. Сейчас все посмотрим. Все, поехали. Посмотрим, что там наверху творится. Сейчас мы вам... Мы сейчас вот так переключимся. Оп. Куда вы направляетесь? Мы идем вперед. У нас сегодня пешие прогулки. Мы с Константином ведем трезвый образ жизни уже 3 дня. Чего и вам советуем. Костян, что снимаешь? Негритянок. Негритянок? Байки, блин. Понаехали, сука. Одни байкеры кругом. Затарились, короче, мы в этом. Вот, смотрите, в Логане, видите, капает тоже. Багажник. Смотри, на коврик. Взяли шикарную рыбку. Мурманскую причем. Взяли пакетик вот такой. Она, чтобы до завтра у нас все это дело дожило. Все как мы любим. Уголь активированный. Форель взяли в маринаде. Горбушка.
вообще 2 килограммчика. Шикарно. Цена, кстати, на горбушу вообще халявная. 219 рублей килограмм. Вообще халява это для горбуши. Вообще будет печень. Она, кстати, будет у нас в виде этого льда, понял? Ну, как этот называется, геля. Она просто замороженная. Нас ждут великие дела, Константин. Алькаш ТВ опять вещает с Мурманска. И у нас сегодня, я уже запутался, какой день нашего с Константином отпуска. Сегодня, кстати, пятница. Мы едем на Териберку. На Териберку. Короче, теребонькать будем там. На саму тусу Мотобухта. И мы сделали ход конем и отправляем мотики транспортной компании. Сейчас, короче, нам предстоит обрешетка. Будем обрешочивать мотоцикл. Кстати, кто не знает, как отправляют мотики. Я уже 3 раза его отправлял. Поэтому опыт есть небольшой. Сейчас будем обколачиваться. И потом едем уже на само мероприятие. Константин, как у вас успехи? Что я сделал с моего цикла? Что я сделал? Ты хочешь лобуху тоже снять? Нет, я его слагал, чтобы если что, надо будет. Так она наоборот так лопнет быстрее, нет? Ну ладно. Так, продолжаем упаковку. Вот так вот выглядят наши мотоциклы. И они поехали в Тюмень. Пока! Вот так выглядят настоящие байкеры. Да, вот так выглядят настоящие мотоциклисты. Как я и предполагал, дубак. Вы сами видите. Все как мы любим, но мы уже так не любим. 28 одежд. Костя, конечно, до сих пор жалеет, что он поехал не на мотоцикле. Ты давай палатку ставь. Покажи подписчикам, поставь палатку, ты мне обещал. Как ты? Ребята, будьте здоровы. Мы на Кольском полуострове, 100, где-то 50 километров от Мурманска на Териберке. 10-я юбилейная мотобухта. Сейчас пройдемся, покушаем, мы очень голодные сегодня. Покушаем и потом пройдемся и покажем вам, что здесь происходит, и сами посмотрим заодно. Самые продуманные люди, смотри. Домики, видишь, кемперы. Хоп, хоп, дачки. Вот так вот. Смотрите, грибника вам покажу. Ну, всем это. Пивко безалкогольное в ленту. Давай, смотри, самый цилус. Ну-ка. Ух ты, вот это форелька. Класс. Вот это да. Вот это вкуснятинка. Все, видишь, уже прилипать начало. Все, вообще четко мы. Смотри, ну-ка дай-ка я. Во-во-во-во-во-во. Сейчас смотри. Прям вообще миско.
Константин, выключаем эту фигню и начинаем кушать. Мы сейчас все вот это все дело лимончиком вот так вот обильно, хопа. Каждый порцион на себе вот так вот польет. Все. Всем пока, мы выключаемся. Шли, говорит, это какие-то там сутки. Они выживали как могли. Ребята, всем доброе утро. Мы сегодня выспались. У нас суббота, второй день мотобухты. Я не знаю, как остальные, но дубак, блядь, просто неимоверный. Подучий, ты херово в этот бубен бил. Где погода? Народ некоторые только подтягивается, некоторые уже уехал, потому что мотоциклов все меньше и меньше стало. Люди, видимо, тоже охеревают, блядь, начинают куда-то перебираться в тепло. Сегодня ветрище такой сильный задул. Просто неимоверно холодно. Мото-братан. Хватай пузырь и беги сюда, лети сюда. Смотрите, прикол какой. Вот этот остров, и к нему, видите, коса идет, песочная. Вот люди успевают по ней идти. В определенный момент вода приходит. Ну, каждые 3 часа даже, по-моему, кто-то сказал. Приходит вода, и получается так, что люди на острове остаются, то есть не пройти будет. Очень сильные приливы и отливы. То есть вчера вечером мы гуляли где-то вот около этого камня было. И сегодня посмотрите, сколько буквально. Здесь вообще метров, наверное, 30-40 ушло туда. Сейчас посмотрим, кстати, что дальше будет. Вот такая вот тут водоросли. Это, походу, полностью тут заливает все. Ну да, это вон до черного воды. Но вот вода сюда приходит. Главное успеть отсюда свалить потом. Света, давай! Ну что, Костян, если зальет, ночевать будем? А что делать? Трава есть. Жрать будем траву. Вот природа, блядь. Мать идти. Костян, не зарастет народная тропа. Да-да-да. Лыжи не выдают, видишь, здесь. Пошли, ладно, сюда. Заходи первый, я боюсь. Ребята, у нас продолжаются экскурсия по Териберке. Самостоятельно. Время сейчас 00:30. Ну, как вы уже поняли, у нас здесь полярные дни. Здесь просто жилой дом, да? Значит, да, это вопрос. Подъезд номер 1, номер 8. Значит, мы пришли в заброшенный дом. Хотели зайти посмотреть, что здесь. Но он просто в таком плачевном состоянии. Что в, тем более под нашим весом с Костей любой момент может просто рухнуть. И таких зданий здесь на самом деле очень много. Здесь, видимо, тоже какая-то судоремонтная база, судоремонтный гараж. Вот это, видимо, был какой-то, куда заходили корабли и их ремонтировали.
Какие-то рыбацкие вот домики стоят. Происходит примерно здесь это все вот так. Стоят везде кресты на высоких местах. Ну, уже кто более-менее поприприимчивее. Ну, и мурманчане приезжают, я так понял, вкладывают деньги, вот строят такие домики гостевые. Уже более-менее, так сказать, цивилизованные. Смотри, лодка какая-то старая, да? Обалдеть, какого она. Она, кстати, что, пластик, что ли? Да, слушай, она пластиковая. Стеклопластик, Костян, прикинь. Что за лодка? Море Хванс. Море Хванс СССР какой-то. Блин, табличка уже более-менее читаемо так стало. Не сильно. Не сильно понятно, что там происходит. Вот это, я так понял, школа, да? Ну, судя по тому, что тут большие окна, это, по-моему, и есть школа. Блин, слушай, так страшно заходить сюда. Что не сделаешь ради подписчиков, Константин? У меня нет подписчиков. Есть кто? Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет! Тут вообще жуть. Тут цемент, слушай, какой-то хранится или что здесь? Окна заколоченные. Может, просто здесь ребята, которые строятся под склад, это все уже используют. Но там вход на море туда. Пойдем сходим, что посмотрим. Тут какие-то блоки. Что ты думаешь, пытаются восстановить? Чё, Костян? Школа? Не знаю, школа нет. Здесь лестница относительно свежая. Вон пеноблоки по новой кладке. Чё-то стой. Здесь, смотри, цемент лежит у них. Может, хотят что-нибудь сделать. Ну, я не думаю, что восстановить школу. Так, может, здание какой-то под склад, реально. Вообще кошмар, блядь. Короче, рисковать не будем, потому что тут вообще печаль. Костян, там тоже трещина вон. Я тебе говорю, мне напоминает, вот мы Колыму, когда полностью проходили, на Магадан ездили, вот примерно такая же тематика, все заброшенное. Вот так вот, на Териберке. Старые еще советские здания. Все, конечно, в плачевном состоянии, в печальном. Люди бросали раньше эти поселки, уезжали. Ну вот, установили ребята здесь. Местные. Как его обозвать, даже не знаю. Гаишник. Гаишник по байке. Старые телефоны навязали здесь. Смотри, что такого у него нету. Санки даже, Костян. Мурманск, Автодор. Санки, ласты. Такая вот тематика. Ветрище, кошмар, блядь. Здесь тоже 11-я какая-то. Телефон, смотри, тут слез и выпил, все дела. Конечно, вообще ужасный климат. Наши прогулки по Териберке.
сейчас, ребят, продолжаются экскурсии по Мурманской области. Приехали мы сейчас с Териберки на морской порт Мурманска. И идем вот на тот ледокол Ленин на экскурсию. Атомный ледокол Ленин. Кино «Терминатор» смотрел? Асталависта, бэйби. Вот с помощью атомных реакторов производился пар. Далее он поступал сюда на турбины ледокола. По этим трубам, паропроводам вращал эти турбины. Значит, и в результате, значит, турбогенераторы выдавали электрическую энергию. А всего 4, значит, у нас электростанции на ледоколе, 8 турбогенераторов. И, значит, произведенная электрическая энергия отсюда поступала еще ниже на грибные электродвигатели ледокола, их 3, ну и, соответственно, 3 винта у ледокола. Вот они уже обеспечивали их вращение. Ну, долго можно объяснять, сколько энергии производил ледокол, а лучше сказать, сколько энергии требовалось для работы. Значит, чтобы понять это, я вам объясню, что такое винт ледокола. Один винт – это конструкция весом 30 тонн, размах лопастей 5,6 метра, 4 лопасти, каждая лопасть 1,5 человеческих роста и весом 7 тонн. Вот эта конструкция должна была вращаться в воде со скоростью 200-250 оборотов в минуту. Вот. А теперь представьте, сколько для этого требуется энергии. Совокупная мощность судовой силовой установки 44 тысячи лошадиных сил или 32 мегаватта. Вот. В 59 году, когда ледокол вошел в строй, он стал самым мощным судном на планете, далеко-далеко оставив позади преследователя, американский ледокол «Глетчер», мощность которого была 20 тысяч лошадиных сил. То есть два раза скачок такой произошел по мощности. Вот. Конечно, это произвело огромный эффект во всем мире. Ну, а сегодня все это уже принадлежит истории. Сегодня строится, я уже говорил, кажется, на Балтийском заводе, 3 атомных ледокола 4-го поколения. Мощность каждого будет 88 тысяч лошадиных сил, два раза больше, чем у Ленина. Вот. И это не предел. Проектируются атомоходы 5-го поколения, но они в районе 2040 года, наверное, появятся. Там так называемый ледокол «Лидер». Там предполагается мощность 160 тысяч лошадиных сил, то есть почти 4 ледокола «Ленин» в одном корпусе. Вот. Вот такова перспектива развития атомного флота. Она, конечно, диктуется задачами страны в Арктике. Резко возрастает грузооборот нашей российской Арктики. Скажем так, в советский период лучший результат был 7 миллионов тонн грузов было перевезено в лучшем 1987 году. Потом все обвалилось, рухнуло. А вот в прошлом году, в 2018, было уже перевезено 21 миллион тонн грузов. К 2024 году ожидается рост до 80 миллионов тонн, еще в 4 раза в год. 2030 год 100 миллионов тонн грузов ежегодно будет переводиться по трассе. Эти задачи невозможно решить, если не появятся вот такие атомные ледоколы, о которых я вам рассказал. Какой-то логический исход был нашей экскурсии. Я вам сейчас предлагаю совершить небольшое путешествие по Арктике в электронном виде. Мы находимся во втором музее ледокола. Здесь с помощью современной электронной техники всякие чудеса происходят. В данном случае мы сейчас с вами на ледоколе «Ленин» пройдем от Кольского полуострова до устья реки Енисей, одолеем два моря, Баренцево и Карское. И вы почувствуете атмосферу, вот как работают моряки во льдах, как работают атомные ледоколы. Так, иди-ка ко мне сюда, ты у меня будешь штурманом. Значит, твоя задача будет такова. Как только будет появляться такая красная табличка, пальцем на нее нажимать, нажимай. Все внимание на экран.
вызывает. Тоня Бондарчук, идете первым корпусом за Лениным. Павел Пономарев, идете вторым корпусом. Кижига, замыкаете караван. Готовы к движению? Движение готово. Начинаем движение. Эш, мостику. Поднимите мощность на реакторах 40%. Мостик Эшу. Мощность 40%. Ну что, Костик? Вот ты в Арктике побывал. Окультурились? Ну что, ребята, всем доброе утро. У нас все, сегодня крайний день в Мурманске. Распечатали мы билеты на Аэрофлот. Сейчас едем в транспортную компанию, отправим вот эти баулы свои с вещами лишними и с ручной кладью. Сдаем машину обратно. И все, и в аэропорт. Нас ждет Тюмень. Константин, подписчики там пишут, что ты это... Пожалел, что ты поехал? Расскажи, пожалел, что ты поехал или нет? Я не пожалел. Не пожалел? Я понравилось? Я пожалел, что поехал с тобой. Тебе понравилось, нет? Мне понравилось. Что, еще поедем? С тобой нет. Куда поедем в следующий раз? А, Кость? На Северный полюс. На Северный полюс? Может, куда-нибудь в Азию лучше? К негритянкам? К негритянкам это в Африку. Ну, а что, в Африку поедем? Ладно, погнали, машину сдадим, транспортную отправим, все, и в аэропорт. Вы готовы, Костя? Ты должен что сказать? Мухрю. Нет, не мухрю. Ты должен сказать: да, мой капитан. Костян, вы готовы? Вы готовы? Нет. Нет? Ты что, не готов? Дорога тебя еще не позвала, Костян? А? Меня позвал самолет. Самолет тебя позвал. Overhead bin or under the seat in front of you. When directed by the crew, all electronic devices must be turned off.